В Ульяновской области, в Новоспасском районе, медицинское обслуживание пациентов улучшилось в разы благодаря новым стандартам работы районной больницы. В марте 2018 года свои двери открыла капитально отремонтированная поликлиника Новоспасской районной больницы. На ремонт было потрачено 30 миллионов рублей из региональной казны и средств спонсорской помощи. Хотя сумма и внушительная, это не главное. По словам главврача, важно то, что работы проводились в кратчайшие сроки с учетом принципов доступной среды и бережливой поликлиники. Самое главное, самое основное, для чего мы это делаем? Мы это делали для людей, для их удобства, для качества медицинской помощи. Вообще есть два основных показателя медицинской помощи – это качество и доступность. Вот в настоящее время мы постарались совместить оба этих постулата – и качество, и доступность. В первую очередь, если мы говорим о доступности медицинской помощи, мы видим современные учреждения с правильными подъездами, с правильно разведенными путями маршрутизации пациентов. Электронная очередь исключает толкотню в коридорах, а современное оборудование дает возможность бесперебойной работы кабинетов. Только новейший аппарат УЗИ экспертного класса стоит 4,5 миллиона рублей. Он позволяет расширить спектр оказанных услуг населению в диагностике. К нам поступил в районную больницу самый современный аппарат. Его особенность в том, что в нем заключается масса исследований, которые могут использоваться в кардиологии, педиатрии, гинекологии, также при исследовании сосудов, в каком-то веке даже в какой-то мере суставов, неврологии и для использования в педиатрии также очень важно. Сделана ставка на повышение качества работы всего медперсонала. В регистратуре пациентов встречают улыбкой. Дальше их ведут на консультацию и осмотр врачей, большинство из которых имеют высшую категорию. Руководство не забывает и про смену поколений. Молодых специалистов для светлого будущего привлекает в медучреждение уже сегодня. Молодой и перспективный врач Олег Михайлович Ерастов в прошлом году приехал в Новоспасск из Ульяновска. В больнице он успешно работает вот уже больше года. Я работаю с сентября 2018 года, уже полгода. Вот. Меня все устраивает, нравится работать в этой больнице. Здесь много разных диагностических у нас возможностей. Это КТ, рентген, маммограф, флюорограф. Новые стандарты работы нравятся всем без исключения пациентам. Здесь не только внимательно относятся к бабушкам и дедушкам, но и выстроена работа с детьми. Ребеночка Наталья Анатольевна посмотрела, все хорошо, зубки полечили, пломбочки поставили, немножко поплакали, но все нам понравилось. Медсестра хорошо работает, Наталья Анатольевна очень тоже мне нравится. Ранее стоматологический кабинет располагался в отдельно стоящем, приспособленном строении без тепла и ремонта. Теперь в кабинете проведены ремонтные работы на сумму более 300 тысяч рублей. Закуплено современное оборудование почти на 800 тысяч рублей. На установках работают врачи-стоматологи с опытом работы более 15 лет. Оборудование, конечно, у нас пришло очень качественное, современное, отвечающее всем требованиям современным нашим. Вот, то есть здесь подведена и вода, здесь она есть и холодная, и горячая. Все мобильно, все очень просто в обращении. Вот, и здесь даже реанимационные действия могут проходить независимо даже от нас в том плане, что человек упал в обморок. Нажимаем на кнопочку, кресло само раскладывается так, как нужно. В 2019 году изменения продолжатся. Так в больнице начнется создание первично-сосудистого отделения. Проект будет реализован с использованием механизмов государственно-частного партнерства. На ремонт помещений из областного бюджета выделят 12 миллионов рублей, а еще 21 направят на закупку современного оборудования благодаря привлечению средств партнеров. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов, Новости Ульяновской правды.